Вот Яна Райка Сидор 10. Уважаемые пассажиры, напоминаю, что во избежание травм необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении автобуса от остановки. Людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным. Напоминаю вам, что в автобусе ведется видеонаблюдение.
случае совершения актов вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы.
Уважаемые пассажиры, будьте вежливы. Поступайте в состоянии с ограниченными возможностями пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – улица Василия Петушкова, дом 23.